Доброго времени суток, с вами генерал Натлис Бегут, командующий армией джунглей игры Jungle Hit. И в этом видео мы продолжаем громить базы генерала Блада в компании «Абсолютное оружие». И на очереди у нас карта под названием «Небесная река». Для этого нам понадобятся вертолеты. Пачка вертолетов, вот у меня 10 штук, хотя могу произвести 11, но я вот насколько понял, там 10 хватит вообще с головой. Должно, по крайней мере, хватить, они у меня... третьего уровня. О, у меня закончились производиться мои москиты. Надо запустить будет сейчас чуть позже что-то новое. Супер. Итак, небесная река. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Конечно, в конце предыдущего видео я уже показывал, но... здесь, в принципе, все должно быть просто. Мы высаживаем наши вертушки. Их никто не может бить, кроме ерехонов. Вот... и, собственно, ну, все остальные, то есть, сильно им вреда не несут. И они должны разнести всю карту. Вот, кидаем где-то здесь. Да, собственно говоря, действительно, юниты не двигаются, а стоят просто как манекены. Вертолеты снесли командный центр, но это не наша не главная задача. Наша главная задача — пройти ее на 3 звезды, потому что мне сказали, что на 3 звезды она вот так вот легко проходится. И вопрос вот как уничтожить Ерехон. Чем быстрее уничтожить. Все, в принципе, да. Теперь после уничтоженного Ерехона все должно быть хорошо, потому что гипотетически огненные вышки нам толком не угрожают. Их урон слишком низкий, чтобы серьезно повредить нашим вертолетам. Ну вот, собственно говоря, вот 10 вертолетов действительно разносит полностью базу прямо вот в ноль. Очень-очень-очень приятно. Это первая карта из новой кампании, которая пройдена сразу на 3 звезды. И это очень приятно. Конечно, еще не пройдено на 3 звезды, но если что, у меня есть в запасе герои и помощь от штаба. Ой, от соклановцев. Прошу прощения, я немного болею. Вот, супер. Вот так вот мы прошли небесную реку, причем прошли ее на 3 звезды, и это супер, ставьте пальцы вверх. Просто восхитительно. На очереди у нас будет сердце зверя. Давайте вместе посмотрим. Такая тоже неоднозначная карта. Ну, скорее всего, что-нибудь там типа штормов, пулеметов и огнеметов. Ну, то есть, либо шторм, огнеметы, пулемет, огнеметы. Маленькая вероятность того, что, в принципе, может быть, воздух пройдет. Ну, посмотрим. Ждите следующего видео. В следующем видео будет прохождение от сердца зверя. Вот так мы с вами и прошли небесную реку на 3 звезды. С вами был генерал Натлис Бегут, командующий армией джунглей игры Jungle Hit. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в официальную группу игры Jungle Hit во ВКонтакте. Ссылочки там внизу в описании, там сейчас внизу ссылочки на мои профили, там во всяких Google Плюсах, Фейсбуках, ВКонтакте, чтобы вам проще было меня найти. Так что подписывайтесь, буду рад с вами общаться и взаимодействовать. Вот, всех вам благ, хороших грабежей, быстрого прохождения кампании, приятной игры и вообще всех-всех-всех вам всяческих благ. Удачи!